Всем прямо доброго времени суток, это канал Лейзи Дмитрий Ленивый. Ой, ленивый я. Оф, да уж. Ну что, мы с вами продолжаем играть Shadows of the Tomb Raider. Напоминаю, что ссылка на плейлист и группа ВКонтакте в описании под видео. С вас лайки, дизлайки, подписки без отписок, комментарии, с меня контент, извиняюсь за свое сопение. И в общем, я здесь устроил для себя охоту, неожиданно обнаружил несколько вещей. Во-первых, вот такое вот испытание. Нам Деус. Вот, оказывается, абсолютно случайно навелся на висюльку перед носом. Неожиданно оказалось, что это не просто висюлька. А висюлька испытания. О, еще одно очко навыков, отлично. Прекрасно. Вот, но гуляя по этой территории, неожиданно оказалось, что тут не только такое вот есть потерянное испытание. Есть еще кое-что любопытное, что я как-то прозевал. Во-первых, испытание, то, что мы получили, это классно. Вот здесь вот, оказывается, был лагерь, который мы прозевали. И вот тут еще есть вон что. Это. Ну, в общем, вот эта штука. Вот такие дела. Так что здесь локация обследовать и обследовать, я вам скажу. И мне это нравится. Это немного странно. Тут показаны стада овец, лам и коз. Но один крестьянин обычно не пасет три разных стада. О, как. Вот лама, стоящая в одиночестве на холме. Ага. Наверное, это Уркучилой, инкский бог-покровитель животных. Жуть. Уркучилая часто изображали в виде ламы. Это дар всех местных пастухов тому, кто защищает их стада. Они благодарят Уркучилая за то, что он помогает им выжить. Уркучилая. Я бы Уркучилая прочитал. Прикольно. Такая вот интересная информация. Шо немножко. Ну, надеюсь, я тут все выполнил. Так, навыки. У нас теперь счет до 2. Собственно, что я так ломился-то? Так, это мы уже получили, да? Все. Давайте смотреть, какие еще есть навыки на 2 штуки. Так, ловушки в режиме, не сказал бы, что это надо. Выживание длится дольше, после того, как ларночное движение. Ну, такое, честно говоря. Это 3 очка навыков. Так, объекты, связанных с испытанием и в режиме инстинкта выживания. Подсветка объектов, связанных с испытаниями. Так, а вот это на самом деле нужно. Потому что сами видели с этими объектами. Давайте-ка мы на... Конечно, дыхание крокодила, но, наверное, все-таки давайте подсветку объектов с испытаниями связанных. Подсказочка такая. Ну, просто сейчас я заманался искать этих птичек. Вот, откровенно говоря. Так, а вот тут тоже есть, да? Кувак-яку. Бал, это что так? 98. Ну, зы. А что тут не хватает? 2. А, ящики я тут не забрал. Ух ты. Деревня Консумель. Серьезно? 14%? Охренеть. А вернуться сюда можно, в деревню Консумель? Нифига себе. Вот это я про... Подожди, деревня Консумель, это где? Это же... А здесь у нас сколько процентов? Подвиньте. 60, да? Еще один лагерь. Это понятно. О, испытания все. Ящики. Тут я тоже не везде был. 10, 8, 1 из 3. Охренеть, сколько тут всего еще? Ну да, тут вон целая куча всего недоступного, как бы есть. Так, подождите-ка. А я могу в деревню Консумель вернуться? Да, я могу вернуться в деревню Консумель. Офигеть, тут тут много чего не выполнено. А почему? Испытания нет. Сундук с сокровищами, реликвия одна пропущена. Документы? Обалдеть. Фрески. Аварийные тайники целая куча. Но, правда, здесь ничего не отмечено. Будем честны. Ай, ладно, в топку. Давайте эту серию посвятим все-таки продвижению по сюжету. А потом можно будет назад откатиться в эту Консумель. Попутешествовать, посмотреть, что там, где, как, зачем и нафига.
Ладно. В смысле? Чуть ты вдруг с двух выстрелов убиваться начал. Забавно. Раньше вот с одного. Блин, патрон нифига не остался уже в пистолете. Ну, чё плохо. Покупать их неохота. Как-то это не очень. Ладно, пошли уже по сюжету. Чё, второй раз здесь? Каждый раз, когда я сюда подхожу, у меня здесь загрузка проходит. Почему так? Кстати, вопрос, а может я действительно могу купить патрон для пистолета? Эй, чувак, а давай я у тебя куплю. Эй, привет. Что-нибудь приглянулось? Да, твоя шляпа. Патроны. 60, да? Выгодная сделка. А. Моя лавка всегда открыта. Не понял. Я сейчас что, один пистолет, один патрон, что ли, купил? Один патрон 60 стоит? Ниху. Художника, блин. Да иди ты. Да. Лихо. Сейчас случится какое-то дерьмо. О, а ты откуда здесь взялся? Ха. Снаружи храм кажется больше. Ты ж вроде с этой тусовался. Смотри. С красоточкой. Опа, что-то вырвано. Ишчель и Чакчель. Близнецы сходятся вместе. И шо? Ну только не ломай. Что там? Ну охренеть. Лара! Что? Сказали, ничего не ломай. Я не ломаю. Я восстанавливаю оригинал. Кто-то хотел ее спрятать. Близнецы сходятся, прежде чем ступить на тропу живых. О как! С ней что-то сделали. Как с той штукой в Мексике. Это путь к храму жизни. Иди, я буду здесь. Вдруг что-то найду. Хорошо. Давай-давай, поищи. Ты бы лучше с той девушкой остался, красавицей. Так, а что нам Лара скажет? Я думал, тут прям храм будет. Какое-то путешествие. Охренеть ты мастодонт, Лара, блин, а? Просто вот так каменную дверку, блин. Близнецы. Жизнь и смерть. О, нифига себе, тут датчик движения стоит в храме. Иона, я нашла храм. Ну как нашла? До него шпилить и пилить? Ой, что-то рвануло. Черт. Тринити уже здесь. Пробиваются внутрь. Я пойду за ними. Да. Окей. Так. Да. Вешь назад, цель. Милая, копай быстрее. Так. Навскидку вроде ничего больше полезного именно нет. Хм. Вот это вот интересно. Тут я помню. Тут что-то я не мог сделать, да? Да, что-то не мог. Нет? Ну ладно, видимо нет. Ну, нет так нет. И нет, и сюда нет. Давайте, давайте, поглядим. Ну, тут вроде ничего не видать. Первый аванпост, доложите. Да, давайте, погромче. Операция «Волк-одиночка» началась. Грузовики в пути.
Чего вдруг такая спешка? Да. Что случилось? Доктор Домингес здесь, в Перу. Достаточная причина? Нет. Да, командир. Простите, сэр. Ну и чё? А торопиться-то зачем? Это как бы задача найти. Доктор говорит до Мингес. Мингес до. Интересно, что под водой она продолжает собирать эти растения. Несмотря на то, что они, в общем-то, и не нужны. Корень Янали. Что-то там было написано. А, тут. Ой, Лар, ты тут легко пролезешь. Дроны оказались слишком тяжелыми и резкими. Но с лодкой, думаю, проблем не будет. А что с ними может случиться? Хорошо, что ты тут. У нас проблема. А-а-а. Опять генератор? Займой. Да. А ну-ка иди сюда поближе. Он хочет, чтобы мы искали видео. Так нам выдадут оборудование? Мы запустили несколько подводных. Жаль, мы не знаем, что творим. Какого хрена? Ларка! Дура! С ума сошла! Сейчас что был? Я хотел просто вынырнуть. Надо все осмотреть. Надо, надо. Не расходитесь далеко. Найдите ее. Кого? Да блин, ты чё, чувак? Вот гадин. Давай, приступай. Как же тебя выцепить, гаденыш, а? Сейфолга, сволочь ходит, ну да. За мной! Стреляйте без предупреждения! Это лишь вопрос времени. Да? Вопрос времени стрелять без предупреждения или что? А вот и цель. Я ж правильно понимаю, что после того, как я их тут... Укол. После того, как я их притопил, я получаю все ресурсы по умолчанию. Еще ребят будут? Эй, где? А, вон. Блин, я ты... понял. Ты прячешься, как только... Да, чувак, ты абсолютно прав. Я тебе даже больше скажу. Я аж керюсь до последнего. Что, во-первых, это очень забавно. Вы, в принципе, ребят, забавны. Неправда. Чувак, ты мне такую охоту запорол, а? Давай, спускайся, ну. Не хочешь?
другой стороны, его тоже понять можно. Как говорится, жить захочешь и не так раскорячишься. Давайте с ним разберемся как-нибудь. Да блин, ты чё? Ну, взорваться будем? Хрена себе задержка, блин! Не, вы это видели? Это сколько? Ой, за спиной. А где что ли где-то? Нет. Видимо, где-то наверху. Я что-то вообще не понял твоего юмора. А что такая гигантская задержка? Не просто долго, вы обратите внимание, сколько времени эта бомба, ну, скажем так, взводилась, если можно так сказать. Что-то как-то совсем уж перебор. Перья? Нет. Забавно. Места. Ничего не могу взять. Бывает. Ну, что пишут? Господь заключил свой завет с Ноем и пообещал, что больше не будет уничтожать этот мир. Спасибо. Это можно истолковать так, что он решил, будто люди наконец-то усвоили урок. Но так ли это? Начинается. Кроме того, это можно истолковать и по-другому. Что он дал инструменты уничтожения самим людям. Ой, толкователи. Мы в ответе за все живые души. А они теперь одурманены и осквернены. Ух ты. 4000 лет прошло с тех пор, как мир был очищен от скверны. И мы собираемся снова принести в мир чистоту. Мы станем архитекторами нового мира. Мы проложим путь в рай для всех. Мы положим конец этому грешному, отвратительному миру. А никто не напомнит, на каком там месте этот грех гордыни находится? И так далее. Это просто, я говорю, чуть уму непостижимо. У ребят такое лютое самомнение. Так, вроде ничего. Она все еще крадется, вот это меня немножко напрягает. Нет же вроде никого. Или есть? Ну нет, тут лагерь. Или это... Что это лагерь же? Ну а чё? Эй! Лара, ты цела? Да, здесь есть база Тринити. Эй, Иона, я... Что ты натворил? Творил. Я же сказала, не сломай ничего. А, я могу все объяснить. Лара, я с тобой позже свяжусь. Делай глупостей. А, то есть лагерь как-то не реагировал до поры до времени, да, на нас? Забавно. Так, мне ничего тут на... Ой, у меня еще один лук есть. Ой, нифига себе. Но он хуже, да? Тоже какой-то серебряный удар. А можно на него глянуть? Вах, какой красивый ты, смотри. Но мы этим пользуемся. Так, хуже. Ну, кроме, да, скорости. Красивый-то красивый, но толку. Ну, красота главное в данном случае. Так, скорость перезарядки, боезапас. Наверное, все-таки скорость перезарядки-то поактуальнее будет. Да ладно, чуть-чуть не хватило. Кто там, блин, что пишет, а? Чего? Ой. Спамеры хреновы. Так, обмотка магазина, чуть-чуть боезапас. Да, давайте обмотку вот этот увеличенный магазин. А тут я уж не читаю. Тут и так из серии, из части в часть, в общем, эти описания не меняются, поэтому что уж, я тут особо не заморачиваюсь. Надеюсь, вы меня простите за это. Так, что-то... Шо? Подсумок для пистолета. Это мы купили. Ага, это мы купили. Ну, все тогда. Двигаем дальше. Что пишут? О, отчет. Юная кровь более активна и менее рассудительна, чем ее отец. Спасибо. Она умна,
Но ее меньше заботит значение и история артефактов, которые она ищет. Точно, надо поубивать. Кроме того, она более склонна к риску. Ужас. У нее нет детей или других родственников, поэтому она упорно преследует свои цели, что иногда превращается чуть ли не в навязчивую идею. Кошмар. Порой она может показаться импульсивной или непредсказуемой, но мы полагаем, что ее энергия, ее склад характера позволяет более легко и эффективно манипулировать ею, обещая ей сложные задачи. О как! Любые имеющиеся у нее сведения о том, что Ричард Крофт мог утаить от Тринити, станут просто бонусом. О как! Мы настоятельно рекомендуем завербовать ее. Фига себе! Да это прям приглашение! Так это, ну давайте, а чё не вербуем? Или у вас вербовка при помощи пистолетов ведется? Так это, а я, в общем-то, согласная. Ну, я не знаю. Девчонки, нет, надо мисс, думать. Ничего не могу взять. О будущем. Так, секундочку. Кое-что глянуть, испытание. Нет, тут все нормально. Знаешь, зачем мы все закрываем? Нет. Затем, что командир Рурк приказал оцепить периметр. Войдет и не выйдет. Я знаю, но ты понимаешь, зачем? Ага. Внимание мне не платят. Когда сюда прибудет разведка, может быть, нам что-то расскажут. Фига себе. А я и забыл про эту тему служим. Это ж прям как в фильме «Хышник». Помните такой фильм? Помните. Ну, а тут что пишет? Донесение. Давай. Кому? Доктору Домингесу. Ага, от кого? Место поисков. О. Река Мазаруни, Гайана. 5,82 северной широты, 59,47 западной долготы. Ага. Обнаружены доказательства переселения майя. О как. После тщательного расследования принято решение о прекращении работ в данной точке. Почему? Предпринятые действия. Точка затоплена путем изменения русла реки. Гниды. Местные жители, нанятые для проведения работ, ликвидированы. Дважды гниды. Все следы присутствия уничтожены. Нифига. Другое. Потасовка в соседней деревне. И чё? Необходимо применение летальных средств. Да вы охерели! Квадрат изолирован. Точка затоплена. Все выглядит естественно. В СМИ опубликована статья о разливе южноамериканских рек в связи с изменениями климата. Так, я передумал по поводу вербовки. Перебить ублюдков к чертовой матери. Без какой-либо жалости. Там что-нибудь видит? Выглядел так, как будто тут что-то может быть. Ну ладно, пошли. Нам, видимо, сюда. Парвенир, это командир Рурк. Все перекрыто. А можно мне управление? Мы почти на месте. Все точки входа закрыты, баррикады почти установлены. Шикарно слилось. Немедленно оцепить периметр, чтобы муха не пролетела. Есть, сэр. Сэр, я могу узнать, что происходит? Да. Разведка уже в пути. Отбой. Есть еще потери. Ой, ты мой красавчик. До того, как мы потеряли связь, они и говорили, что происходит? Хороший вопрос. А их вроде трое было, нет? Класс! Скорее бы разведка прибыла. А где он? Я вроде вижу его. Там, вдалеке. Я не понимаю, как так вышло. Что именно? Ты где, чё? Он наверху, что ли, стоит? Что тут творится? Как-то говорят, чёртова дыра. Они как-то говорят так, как будто вот тут надо мной, у меня над башкой кто-то есть, но по факту только эти двое. Может, надо отправить кого-то на поиски? Рурк отдал приказ. Пока разведка не доберется, никаких поисков. Черт, как же я устал нянчить этих придурков! Каких именно? Опа. Чувачок. Ку-ку. Потеря! Держимся вместе!
нет там никакой потери. Че ты орешь-то? Сразу идиот, блин. Разорался. Ой, ну стелс тут, конечно, я люблю, я знаю, что есть люди, которые прям ненавидят стелсовую тему, ну как бы так это, ну или просто как-то не особенно относятся к стелсу хорошо, но я стелс прям, я люблю стелс, когда стелс прям продуманный, когда есть разные возможности, то есть не просто ты там крадешься, а прям вот, ну это все продумано, то есть как-то ребята ходят, еще что-то, то есть там бутылки и так далее, я прям очень люблю стелс. Блин, вроде ничего больше нет, так неохота. Просто я почему так тщательно все обыскиваю, ну, очень уж неохота потом возвращаться сюда, понимаете? Тут сейчас... Я, конечно, уверен, что тут наверняка какой-нибудь тайник я пропустил. Они очень слабо, конечно, подсвечены. Поэтому, в общем-то... Наверняка я что-то пропустил, это, ну, даже без вариантов. Обидно, так, конечно. Так, сектор защищен. Осталось дождаться команды разведки. Тебе это не кажется немного странным? Угроза находится под землей, а мы защищаемся от атаки с воздуха. Все как обычно. Если что-то пошло не так, то это может быть что угодно. Крам тоже под нашей защитой. Не знаю. Такое чувство, что от охраны знакомой зоны перешли к боевой готовности по всей территории. После этой бури мы на все слишком остро реагируем. А я могу из бутылок сделать бомбу? Ну-ка. Эй, ну ты чё, возьми. Это были славные. Нет, не были. Они славные парни. А-а-а. Надо было отправить несколько дьяконов с разведкой. Вот дерьмо. Кое-кто лапшу нам на уши вешает. И из-за этого мы, похоже, теряем парней. Успокойся. Если бы мы должны были что-то знать, нам бы уже сказали. И Рурк не стал бы нам врать. Один? А чё... в оба и не облажайтесь. А чё так слабо? Я думал обоих. Как минимум. Надо поискать там. Давай, надо. Блин, ну так... Разомкнутый строй ромбом. Ей не уйти. Тут ничего. Она еще появится. Противник замечен. Ух ты ж. Цель потеряна. Серьезно? Ну нет, это... Ну хотя все-таки у меня сложность еще не настолько... У нас потеря! Не настолько блатная. Ку-ку. Да, сложность надо было... Блин, ах, черт, я, конечно, со сложностью я обосрался по полной просто. Э, куда? Ты что стираешь? Грязь себе. Я тебя сотру. Эй, Ларка. Ой, а что это? Не понял. А что это за... Почему эта территория подсвечена? Эй, секундочку, я это видел. Подождите. Меня что, глюны, что ли? Еще раз. Глюны. Ладно, бывает. Да, конечно, я капитально облажался со сложностью. Ничего. Иона, да. Командир Рурк здесь, в Перу. Круто. Он приказал Тринити оцепить место раскопок за старой нефтяной скважиной. Ага. Хочешь узнать, что? Да, посмотрю, что они нашли. Рурк был в Косумеле, когда Домингес завладел кинжалом. Так. Должно быть, они догадались, что нужно искать тайный город. Ну, немножко разочаровал коктейль Молотова, хотя, с другой стороны, может быть, еще... Будут, так сказать, вариации. О, возьмем. На эту тему. Ну, типа там прокачка. В прошлых же частях было такое, что всякие вот эти вот взрывные части, они... Взрывные вещи, они, так сказать, с прокачкой начинали мощнее работать. Было такое? Было. Так, ну что, здесь что-нибудь еще есть? Да вроде нет. Ну, пошли, что.
Ну, в общем, мой совет всем тем, кто будет в это играть. Берите сложность повыше. Я очень сильно облажался, взяв стандартную. Можно было, я думаю, взять и посложнее. Но меня немножко напугало вот это описание там. Я побоялся, что игра из, скажем так, во-первых, где прошлая часть. Что случилось? Во-первых, прошлая часть, которая, мягко говоря, для меня была таким моментом. Опа, чувака дробовиковые эти патроны. Эй, возьми. Ларка, ты болтайся, ей-богу. Вот, и я честно побоялся, что это будет, будет что-то плохое. Вот. Ну, сейчас я понимаю, что нет все-таки. О, отчет, Камни, давай. Доктору Домингесу. Так. Возможно, найден вход в храм на окраине Кувак-Яку. Экскаваторы уже отправлены. Нормально. Экскаватор. Угу. Археология. Экскаватор. Так, а здесь что? Ага, а это у нас отметки о пропущенных вещах, да? Ладно, окей. Ну, типа карта, но правда. Так, а здесь испытание. Испытание это вот, написано 3 из 3. Правда, у меня их тут 5? Поэтому я что-то не очень понимаю, как этот 3 из 3. Но вроде ничего не подсвечивается, поэтому я надеюсь, что здесь ничего не будет хотеть. Так, пес его знает. Вроде как я сделал вот эту хрень подсвечивать, так сказать, вещи, связанные с испытанием. Ой, крысы. Блин, лежат ребята. О, нормально кто-то фонарик себе устроил. Немножко неправильный подход, конечно. Он так под... Вы видите эту подсветку? То есть, тут есть возможность пойти в другую сторону? Зачем? Вау. Кто ж тут в итоге будет? Что-то как-то... Для появления всяких бессмертных мразей, по-моему, немножко рановато, вам не кажется? Так, что пишут? Ну-ка давай, удиви. Ну, еще чуть-чуть. От смерти к жизни, от новолуния к полнолунию, этот храм служит вместилищем серебряного ларца. А, было-было, да. Кинжал мы цапнули, а типа ларца, а ларец не взяли. Так, наступать? Нельзя. Окей, ладно. Запомнили, проверили. Что этот огонь не просто так. Вау, красотища. Так вот, деревянные вот эти... Иона, я внутри храма. Мы тут тоже кое-что нашли. Офигеть. Какие-то цифры. Сейчас их расчищу. Давай. А, какие-то цифры, я так понимаю, это вот типа... Это что за бегемот, блин? Ну ладно. Пить! За что? 50 опыта. Перепрыгнул красиво. А ворота где? Символы должны совпасть. А вниз прыгать нельзя. А, это змеи! Ёлки-палки! А я не понял, думаю, что за колючки какие-то или что, это рисунок, а это змеи, оказывается. Лара, прости, я не специально. Блин. Как там у Индианы Джонса? Змеи. Почему? Цифры на колоннах — это первая половина каких-то дат. Ишчик. А тут мы сгораем сразу без вариантов. Ну ладно. Нет, ну была мысль, что... Ну а вдруг? Так, цифры на колоннах — это первая половина каких-то дат. Ишчель слева. Чакчель справа. А какие цифры на каких колоннах? Чего? Чакчель, Ишчель, чё? Чего? Может, получится открыть двери? А, то есть вот эта дверь? Или что? А, что? А, неожиданно... Ой. Может, получится открыть двери? А, так. И чё?
Это подсказка? Или что это? Не совсем понимаю. Так. Может, получится открыть двери? У меня столько ощущения, что это загадка не загадка, а так, знаете... Потому что я сейчас просто на шару это делаю. Не то чтобы я был сильно против, просто... Так нет, а что? Ну, открыл я. Ой, ёп. Спокойно. Согласен. Ой. А, нет. Так открылась же. И чё? Сейчас я упаду? Чёрт, могла догадаться. Обошлось. А чё? Надо подобрать символы. Ага. Так. А они одинаковые, что ли, вот эти подсказки? Я не пойму. Так. Три сверху, палка, два бутерброда. Три сверху, палка, три бутерброда. Ага. А тут четыре, палка, яйцо, палка. Четыре, палка, яйцо, три. А так они разли... А какую, простите, использовать? Я что-то не понимаю. Ну, давайте сначала левую попробуем. Куда тут? Бутерброд, ладно. Теперь. А что, тут же вроде правильно или нет? Подожди. Тут получается 4 яйцо, пустота и палка. 4 яйцо. А тут же нет пустоты. Или есть? Нет, пустоты нет. Вроде 4 яйцо, палка. Давайте попробуем. Что? А тут три. Ну, давайте три сделаем. Хм. А может, еще что-то нажать надо? Вот здесь вот нету? Никаких там... Надо подобрать символы. А, то есть тут как-то... Ну, вроде ничего не нажимается, да? Подобрать символы. Возможно, конечно, разгадка кроется в этом, в записках, но... Эй, ну нафиг. Неужели еще не все? А теперь 4. Ага. Ну, то есть, видимо, тут опять бутерброд. Где он тут, кстати, не угадал. О, бутерброд. Опа. Ладно. А с этой стороны у нас... Яйцо 3. В Африке горы. И палка. Понял. Кажется, допетрил. Ну, то есть, короче говоря, они зеркальны, просто с одной стороны такого знака не хватает, с другой такого, и надо, так сказать, смотреть, ну, ясно. Палка, палка, огуречек, вот и выжил человечек, как сказал Ганнибал Лектор. Сейчас нам нужна палка. Ага, о, ну или кость. Охренеть, конечно. Ну, загадка нет, загадка несложная на самом-то деле. То есть, как бы, ничего такого сверхвыдающегося. Тем более, она очень сейфовая. Что мне откроет? Леона, как успехи? А, еще одна? Тут не полная дата и изображение Черчилль. Здесь две даты и Ишчель. Кажется, левую дату я где-то видела. Фото из Косумеля. Может, это ответ?
Да. Нажмите. В долгом календаре Майи у всех дат по 5 чисел. И чё? Вот это число повреждено. Оно похоже на 13, но если на самом деле это 8, то разница составит 2000 лет, и тогда созвездия будут располагаться совсем по-другому. Таким образом, звездная дорога ведет на запад, в Перу. И чё? Последнее число на левой колонне — 0. Вот это вот, да? Последнее число на левой колонне — 0. А, ну окей, давай. Вот это вот, да? Да подожди ты у меня тут. Ну, допустим. А на правой кто? На левой. И что ты мне предлагаешь? Методом научного тыка это делать или что? Тут что на левой, что на правой нету ни хрена. Ну, на левой колонне 0. Опа. А нет, это дальше. А на правой какое последнее? Последнее число на левой колонне 0. Что-то я не совсем понял юмора. Ну, давайте попробуем. Не угадал. Давайте эту. Либо я что-то не вижу. Раз, два, три. И палка. На левой колонне, я так понял, вот это вот. Давайте методом научного тыка. Но просто мне сказали про левую колонну, а про правую ничего, и я не совсем понимаю, где мне эту информацию брать. Не угадал. Сейчас переберем все варианты. Ой, такую херню страдать. На левой колонне. Главное, последнее число на левой колонне 0. Это 0? Я не знаю. Не, нет никаких данных про метрическую, про систему исчисления. Да что ж так? Что-то я делаю неправильно. Последний вариант. Или нет? Еще одна попытка. А, кстати, так вот перебирать. Хе-хе. Да можно, на самом деле. Опять неправильно. Но это последняя хрень. Если сейчас будет неправильно, значит, я что-то радикально не понял. Я что-то радикально не понял. Последнее число. Это куда ты? Ты чё? На левой колонне 0. Может, я отсюда просто что-то не вижу? Да нет, тут ничего вообще не указано. А здесь? Там вроде ничего нет. Так, секундочку, а где эти фотографии-то? В долгом календаре Майи у всех дат по 5 чисел. Вот это число повреждено. Оно похоже на 13, но если на самом деле это 8, то разница составит 2000 лет. И чё? И тогда созвездия будут располагаться совсем по-другому. Таким образом, звездная дорога ведет на запад, в Перу.
Последнее число в левой колонне 0. А 0 как? Я не понимаю, блин, что значит 0? Какой 0? Что это? Это что? Вот это число повреждено, то есть на самом деле 8. Что? Что мне это дает-то? Алло, гараж, я что-то упустил, блин. Что из этого 0? На самом деле 8. Что? 13. То есть это... Я так понял... Подождите. Вот это что ли 0? Да я хз. Иона, какая последняя цифра у Чак-Чель? А, то есть это 0. Поперечная линия и две точки сверху. 7, наверное. Спасибо. Ага, то есть вот этот бублик это 0. А кто-нибудь... 7, наверное. А кто-нибудь помнит, где нам эту информацию давали? Ну, сейчас-то понятно, что вот это 10 и... Ну, да. Ну, блин, что-то я не совсем въехал, ну ладно. Короче, первую надо... Короче, я не ту выставил, да, надо было покрутить еще немножко. Ну, ладно. Как говорится, ок. Есть. Что есть? На жопе шерсть, блин. Что у тебя есть, блин? Нет, есть нечего. О. Ладно, будильник прозвенел. Давайте сейчас вот почитаем и стопоримся. Ну, что там? О, соточка. Нормал, да и... Майя не запрещали самоубийство. Да, более того, самоубийство считалось достойной альтернативой жизни. Серьезно? Поэтому человек, покончивший с собой, мог избежать подземного мира и сразу отправиться в рай. Куда также попадали умершие другими достойными способами. В ходе жертвоприношения, в бою, во время родов и во время игры в мяч. Фига себе. В рай самоубийцу провожала Иштар, которую также называли «женщина с веревкой». Она была богиней самоубийц, особенно тех, кто повесился, и изображалась в виде висящего в петле гниющего трупа. Тут наоборот считается, что типа самоубийство – это грех, а у этих все... Ну, древний интеллектов повышен. Средние монолиты. Ух ты ж, батюшки. Словом Балам майя называли ягуаров. О, как. Майя обожествляли ягуаров. Восхищались их величественной красотой и смертельно опасной грацией. В каждом из четырех углов деревни жители устанавливали акантуна идола. По ночам в деревню приходили 5 баламов, ягуаров-хранителей. Ага. Четверо баламов вставали по углам рядом с акантунами, а пятый, самый маленький, командовал ими в бою со злыми демонами и призраками. О, фантазию людей. Это ж надо было такое навыдумывать. Так, ладно. Все, давайте стопоримся на этом. Хватит. Стоп. Сохранить игру. Так, что там у нас получается? 25%. Здесь сколько? Несусь как ненормально. Целый процент прошел. Стоп, все, протопали, а тут всего 1%. Ну ладно. В общем, да, немножко загадка такая странноватая, в том смысле, что тут и подбором можно, и как бы не совсем понятно, с первой цифра 0, а... Ну, то есть... Ну, хотя нет, не совсем можно было догадаться, она как бы говорит, что это 13, на самом деле это 8, ну, типа, что палочка это, видимо, 10 внизу, и... А эти, ну, соответственно, точки... То есть, или палочка это 5... Ну, черт его знает, ладно. Может, я не такой сообразительный. Фиг его знает. Ладно, короче. Вроде неплохо так побегали, неплохо так поплавали, неплохо так посокращали число Тринити. Участников выяснили, что они нами, так сказать, очень даже заинтересованы. Вот. Правда, после этого вспомнили, какие они гниды, и поняли, что эта заинтересованность может быть засунута ими себе же куда-нибудь глубоко. В общем, продолжаем действовать, как действовали. Ну, и на этой решительной ноте всем огромное спасибо за просмотр. Ссылка на плейлисты группы ВКонтакте в описании под видео. С вас лайки, дизлайки, подписки без отписок, комментарии с меня, контент. Извиняюсь за свое сопение. Всех, кто же до сюда досмотрел, обнимаю. Парни, хлопаю плечу, девочкам, кучечку. Увидимся в следующей серии Shadows of the Tomb Raider. Не совсем безоговорочная, но, в общем-то, фарава. Про подписки слышали? Ну а что ждем? Подписываемся? Как-то так.